У тебя подбагалось фильма. И макрос 30. У Финмаса без пэта в домах, по-моему. Ну а нахуй они нужны, блядь. Ну это... Поэтому у тебя как бы АДК, который чисто дамажит пэтом, не на третьем месте, а где-то не... Действительно, нахуй они нужны. Ханты, чтоб не видеть хантов в топе, да? Тоже отключил пэтов. Нахуй они нужны. Ты еще БМа, блять, отключи их. Так, товарищ Толаран. Нет, товарищ Толаран, хотел двух магов с амонием. Как Армс 30к дает, не понял. Ну, нормальная тема. 4-5 сплетения полутал же. Да, нормально. Так, Дим, нас нихуя нет. Там вообще сет переапал, честно говоря. Там еще вот если бы одну секунду убрали у смертельного, было бы вообще, бля, охуенно. А, что ротация была хорошая. Да, да, да. Странно, ТПС реально, понерфили же, алё. Дим, их не нерфили, их наоборот ап. Ну, Африка, да? А, это похуй. Я полутал 40 СПД в печеньке и... Оно... Вполне. На длительном... Да заебали оттал... Макро 29. Чё ты чё смотришь? Вот, блин, вы чисто рофли, а у него АДК сейчас был с тринями, с не теми, ну, не совсем теми, которые хотел. Не, ну это АДК переапанный. Я же говорю, да. Что имба, матрас мне это захейтил. Да, если бы это хилят. Матрас и бафают. Сын маминый подруги дымажит всегда больше, чем ты. Мамка когда будет говорить, что вот мой сын какой-то, а у маминой подруги все равно с ним лучше. Вот это макро. Нет, только не робот. Хорошо, с протоваром, конечно, на робот. Располнил зону. Сейчас вязали, причем. Ничего, ничего, банка, в следующий раз тебя передамажу. Ты, кстати, в карте был, блядь, почему 24К? Ну, в коте, да. Бороться, Игорь! И это ты еще с танка шмотками. Угу, и с алкоголем. Да ёбаный. Я тоже частично еще алкокамни. Я повернуть не могу. Надо на посох копить. Эти боешки ролить или нет? Да. И воронки тоже. Я не видел шнерной воронки. Не, воронки нельзя. Воронки нам воронки в ГБ не трогайте.
Все отказываются. Я передам ГБ, ребят. Да-да-да, я передам. Я помогу передать. Я тоже в ГБ закину. Тоже могу помочь да. Там передать. Ну так не, давай я закину там. Давайте паролем, кто будет скидывать в ГБ. Да вы мне сразу давайте, я-то точно скину. Нихуя. Уберите, а чё вы не агрессите? Там два пака. Рыснуть нужно. Кстати, по поводу волшебного огня. У Финмаска это, блядь, вообще моментальная реакция. Я два раза пытался перевесить, чтобы я лутал крит. И он просто моментально перевешивал. А вы разве не все лутаете крит? Нет, там тот, именно... Тот, кто повесил, лутает. Все остальные только получают бонус. Фига Финмас в горло вгрызаться, чтобы ему МК дали, а ты хочешь у него еще это. Финмас просто понимает, что... Блядь, я не помню, мне не быстрее. Сука. Полет нормальный? Охуенный, смотрю на внутренний мирок. Передавай привет Джозу. Причем, блядь, я даже рядом же не стоял с текстурой, просто туда на лоб. А тебя сквозь текстку, ну, тексты на кого-то повезло. В эфир, конечно. Да, ну да. Он замылился. Короче, смотрите, что мы делаем, у нас получается. Сегодня мы закрываем и ОК, и ЗС, в воскресенье закрываем ЦЛК. Кстати, ты же сказал выходной. В воскресенье ЦЛК, суббота выходной тоже. Завтра что? Правильно, суббота. Да, блядь, я... У меня уже... Дальше слушай. То есть получается... РТ, выходной РТ по обычному. Асян там сейчас в ленивом режиме закрывает ЗС, потом идет спать, потом завтра закрывает ОКО и после и кусок ЦЛК, наверное. И послезавтра да, закрывает ЦЛК, типа растягивает на 3 дня, короче. А можно завтра Стасик куда-нибудь? Паш, ты видел этот поиск Келли? Это же просто... На Варе нет, не на Варе не, можно. Не, на Варе, а это он видит. Нет, пожалуйста, на твинках можете идти, если там будет место. Это поиск Келли или бонус, я ничего не знаю. Так, масхэс был? Красный и желтый. Чё лежим, блять? А ты КД сбрось, пожалуйста, рез. А у Миликов есть здесь 90 поиск Келли или нет? Бля, чё ты боишься Миликов? У них только 277. Не, я просто, типа, есть у них поиск Келли? У них 277. А, скеля? Скеля хз. Может и есть. Будет такой же дроп шанс пояса, как с ребра, наверное. Очень, значит, долго будем его мутать. Нет, не пих.
Ой. Бедный рейд. Блять, Саня, не надо. Я отпился и смотрю там. Две пачки такое себе, да. Две пачки. Лёха, что ты же? А ты сам у меня это загорит? Там надо в каком-то куполе стать, хуй знает, если две пачки одновременно отвлечь. Вождь, аккуратнее. Я вижу. А, когда нам срез, да? Димка, съеби оттуда. Я кастую, у кого не КД рест. Меня ж в углу не заденет здесь? Сейчас узнаешь. Ну да, логично. Смотрю чисто на вас. Вы же там просто АФКшит. Ага. Ну это не означает, что надо пулить две пачки трэша и вайпать и рейд. Хорошо, я перед каждой пачкой трэша. Дай мне ассист, я буду проводитель. Чтоб пулять или нет две штуки? Да, 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 да. Чтоб вообще пулять или нет, вдруг вы АФКшите. На каждого моба, вот видишь, ты. На каждого, блять, моба. Да, да, да. Держи банк. Я тебе могу еще возможность. Сагрили. Бля. Нет, а поехали. Не хочу умирать. Блять. Репитанс? Снял там. Да, ну Лёва бежит, все нормально. Ты видел, я как бы на рокетсах побежал, а Тимур мне стан въебал. Не надо. Он просто знал, что тебя нужно контрить. Гри ты левый хейтер, как? Я прибежал и успел тебя сгрызть, блять. Тут г. Скринь и монку кидай. Он тебе голду. Нет, там флаг нужен. Я его в МК сгрыз, блин. Как? Это не все. А у меня есть, кстати, флаг. Вообще там, Дим, там мобы выбежали. У шарами оператил. Господа, РДД, кому-нибудь клык вот этот вот нужен? С ЗС. Думаю, ты напал не спокойно заберет, потому что у Полика. У меня есть этот клык. Да? У Полика есть этот клык. Полик. Топ-сову, что ли? На сове у меня 84-й посох. Мне на хапало нужно, я там с травмой. Травмированный. На совом не собивать. Сейчас бы травму менять. Ну хапало бесполезно. Я и так статов мало хапало. Ух уж этот глупый шаман. Интеллект забился, нет, все равно не помогло. Пиха познает дзен. Через ух. Как ты сказал, познает дзен? Угу.
А там от лужи все идет. И корень хорошо скалируется, и травма, блядь, на по максималке раскидывается. Вообще все, что хочешь, блядь. Нет, нажимаешь травма, одну кнопку, короче, и у тебя, блядь. Травма раскидывается прокат корня. Стрины и духа предков. Просец сказал, что. А от лужи не кидает. Там непонятно кто. Лопачи. Отказываетесь. Ромки отказываемся. Угу. Ролим. Сатанина ведет прямой эфир. Твич оповещает. Матрас подрубил? Не понял. Он давно под... Дядя Макрос включает стримчанский. Макрос, короче, хочет собрать, не знаю. Там он гол какой-нибудь там спрятал. Не, ну сейчас же мы не будем в центре делать ачивку, я могу вайпнуть рейд? Нет, она не работает. Что значит ты можешь вайпнуть рейд? Это, блядь, сложный вопрос. Да я давно хочу эту ачивку, алло. Я готов 300 гп вылут. Если ты вайпнешь рейд, босс убьет рейд. Там печенька горит. Понимаешь? Там печенька горит. И ачивки не будет. Давайте нормально пройдем. Стрим для друга. Там мы нормально пройдем. Матраса не понял, что за друг? Надо сегодня все успевать играть. Какого друга, я не понял? Точно не тебя. Ну, друзей нет. Нету и макрос друзей очень. Только кот. Чисто один кот и все. Не, это ты со мной перепутал. Не, мы со мной. У нас танки спит. Финмас, ку-ку. Умру. Проблемная сова. Так что, делать будем, нет? Кого? Она не работает в центре битвы. Ну, я бы сказал, что там зафейлили на прошлом рейде. Нет. Один человек, да. После взлетки за кругом оказалось. Five, four, three, two, one. Ахрена мрель пул, блядь. Ты что? Смерть твоя. Ты нитки, блядь. Так, нам надо кибербелку. Паша, кто что? Заходить? Не-не-не, я про вообще на следующего. Я не знаю, или на следующего. Да, или на Келе, или на ЗС. Посмотрим. Мурлок. А, Мурлок полка. Паша, что? Так, что-то ты, пока... ты справа. Ну, как мы сейчас стоим. Космос слева. Космо недоволен лев? Блять. Не, еще раз кинет нафиг. Сделал. Замануха на 300 ДП недели. Челлендж, если что, просто разбегаемся, Паш. Пусть догоняет. Нихуя до победного стоять на ней. Да. Друга не брошь. Так.
Бля, он быстро умирает. Пека. Почему я решил выбежать? Это нормально, что он так быстро умирает, там как бы только один был призыв. Копия. Если быстро, он долго умирает. Давай грипа его. Второго тоже тащите сюда сразу. Это гиры не будут все пацаны. Сейчас бы челики спитатели быстро не давали. Он мог бы пиздить тогда вас ногами. Ты же монитора забьет. Быстрее метку заливаем. Потом следом вторую будем заливать. Вторую метку. Далее. Хилится. Да. Хилится, когда кастом не забивают. Хотел его подольше сказать. Я мог бы кастануть фир. Так, да. Бесполезный лоб. У меня не было, у тебя было. Все как? Вот так. Даже попробовать перед подбрасыванием раскинуть. Я не помню, а, кому урон дается, когда подкидывает. Минус дотан. Фигли. В смысле его убрать? Следующего выйдет. Дядик, нам бы второго танка поднять, а... Зачем второго? Где стамина? Следующего моба. Паша, есть шанс, что ты следишь. Кера. Я не помню.
тюбик. Нужно больше ярости. Криксонное дерево. Ну, я ее взять не буду, типа, просто в коллекцию. Я бы в Тикстан забрал за фул ГП. Тикстан не дадут. Ну, раз никто с ним бегать не будет. Это на салон херня. Хотя, знаешь, может быть. Да не, в любом случае, наверное, херня. Паш, если ремень вообще никому не нужен, можешь мне. Я РБК буду с ним танить. Там покемоны идут, покемон. Ты своего. Я держу своего. Да, да как это у вас получается? Да, могу, Ваня. Поль, заходи. Паш, я не корню, они шарю уронили. Заходи, не заходи, заходи, не заходи. Я захожу? Заходи. Захожу. Добьем пачку трэша, если самому. Что у вас здесь? Меня альта обнуло, а каким образом вы задрали патруль? Так, братская могилка, мне бы комбо не ебаться, как бы банка. Ну, блять. Я поймал попыт. Пашка, давай, наверное, тебе тапку. За что вовремя? Ирекс, реинкарнируй по тапкам там. Полик то же самое. Хилы все в лосе каком-то. Полик, а ты где? Они не в лосе, они попередохли, встали и бегут. Дайте, прошмайся, у меня гимны кончились. Когда не нужно, эти мобы критуют миллиур. Чего, бля? Мне кажется, у Полика что-то... Так чё, подошёл моб кританул и ушёл дальше. Ну, тупо убил криту. Нормально, захилились. Так. Конечно, он подойдёт и уебёт. Вы шарь уронили, на котором они... Нет, просто... Ты же сказал, РЧ будешь проводить. Я бы нажал нет. Но я бы убил кого. Просто но надо убегать. Я не буду, блядь, вас перекрикивать. Шкаф поставьте, теперь самому тебя, во-первых, в тире. Во-вторых, ну, у меня он колоран получается, блядь, да? И при самонте кибердев. Просто когда от 4 центрионов убегаешь к хилам, хилы просто стоят на месте, и центрионы купят от вертушки. Это да, но можно было не запуливать под... А Шаря умер до того, как... Шаря умер до того, как запулили под... Но при самоне для всех. Там ману много фигов. Ты можешь их на себе подержать, я под... Назар, поставь булки, пожалуйста. Я шпекнулся. Помогу, тыкнуть, ассист. Спасибо.
Давай, Пашка, не. Поехали чистить. Сейчас топлюсь туда. Да как это у вас выходит? Сори, они тебя хейтят, что ли? Знаю, что. Вы в курсе, что шаровлял в танк? Я тупо не успел добежать. Шары не хилили, что ли? Блядь. Потому что все хиломаны отпивали. А, ну понятно. Ты же сам виноват. Да, держи в курсе. Все, не все. Я точно впивался. Я тоже рядом с Пашей сидел. Лёха с маны. ДЦ я маны дал. Да Лёха труп. Мы бы с Пашей даже не начали конять, если бы хотя бы два хила не было возле. Они зашли в ранжу, я дал инер и запудили. Я могу место вступить. Эх, махнет. Я откину, чтобы сбить крутилку. Угу. По-моему, Макка все это сделали. Я не успел. Сори, Саня. Ты сейчас знаешь почему? Потому что он слишком много играет в танках на лайтах. Да, банка? Главное, что на арте. На легких или на арте. Так мы на тяжах сидим, ну. Почему когда он умер? Тогда не знаю, когда все. Аргументы кончились. Нужно подойти поближе. У него, кстати, КД быстрее, чем у меня Тайфуна. Забавный тип. Думаешь, нам пора его рейд? С таким КД Тайфуна? Сейчас я крутил. Во, и пихи на этот подкидывание тоже работают, прикольно. Так. Пека.
Долараневые. Почему? Даю сумку-то. Может, покупатель слот нужен. А я могу вступить вас. Ладно. Пофиг. Тебе что-то надо, что-то? Мне нет. Не, да. Пофиг. Что, тут два танка хватит или что? Три. Бас лопата на инженере. Шарявраул на маге, ты на себя забираешь щита. Берешь щита, ставишь его сюда. Ярлок. И потом на оружие. Ты вместе с бас-лопатой все оружие в куче танчишь. Шаряврал вытягивает топор на себя, мы убиваем топор. А потом ты с бас-лопатой на фениксах, Шаряврал на боссе. Может, сделаем? А чего? Нет, уже сделали, также сделали. Я фениксов. Про разбитие каста, а не про этот, а не про покемон. Феникса вы не бьете, да? Феникс нет, не бьем. Все, поехали. Дальше на пол. И с тобой. Начинаем. Пускай. Я вот думаю, может только тотему продать в индивидуальное личное рабство. Как ты думаешь? Ну как, я получу большую прибыль. У тотема будет более цела его задница насчет мясов. Мясов не кидающих лап. А у них шипы нет статики или что? Нет, так я же все это брал. У нас все шипы. Ну там был какой-то вроде что-то. Не знаю, сомнительное. Там есть Ась ДЦ, алло. И шипы. Нам же всегда было, Серега, как он... Как перешел, как на дворе разделили все, и два состава. Серега всегда со мной был. Потом ты появилась, я не знаю, почему я тебя украл. Наверное, из солидарности. Я уже не помню, почему я тебя забрал, кстати. Повелся на сиськи, конечно. Да нет, он не в сиськи делал, по-моему, потому что... Да кому ты врёшь, блядь? Народу мало было. Я РДД, что-то не хватало, да ладно. Давайте там перекапывал. Да, РДД. Две буквы Д. Вот теперь как это называется, РДД. Я бы рекомендовал рассосаться с Нуджой. На месте стоит, что он там танчит. А что ты там делаешь? Такой вопрос. А, точно, он тут.
А, ну значит это просто глупый вар, который стоит на том месте, где он привык стоять. Да я не пойду его бить, Паша, ты чё, на нём сдохну? Ну как всегда, только в этот раз я ещё и ГП наебашу. Спасибо. Вытягивай сокрушение. Плохая примета, Дупло ещё жив. Значит, он умрёт Андерс. Думаешь? Кто-то точно умрёт. Ну, или так или обычно маг бывает. Или какой-нибудь маг на это подкидывает гравитацию. Может ещё Хан склеит лапу. Ставлю, что в МК кто-то умрёт. Ставлю, что пусть не сниму в МК. Чити, блядь, не сниму. Там огроменный таймер на 30 секунд. Я проебу. У тебя нет вариантов. Ладно, я не сниму. Разбирайся. Брать за брата, за яйцо взято. Кстати, а почему вары не берут лук? Охуенный лук. Берут, знаю. Умные, умные берут все. Ебать, я сходил варом вот это ж всяко, взял лук, ебать, я, короче, на взлетке сам себе настакивал урон, там пизданутся цифры получают. Дупло размышляет, взять или не взять. Нихуя там правильно, у меня меткости тогда не будет. Дим, короче, всю взлетку стрелял с лука, спускаюсь и просто вихрь на 50 с хуем, там-то под 60. Нормально. Ну да, там по капам надо смотреть. А где танк баба? Вон он. Шаре. Такая себе позиция в шаре. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу, но... Я очень хуёво начал вставить, конечно. Все хилы. Ты удержишь карту? Я до всех танков достал. Только бафом не достал. А, так, ладно. Блять. Что такое комбо могло быть? Чуть-чуть. Минус все лицо. РДД в бабу. Банка, что ты взял? На роге с дробяшкой от огня резист. Сейчас от дезориентации. Убить просто берет все, что ему нравится. Не, просто может быть ситуация, что ты улетишь куда-то, а я лутану дезориентацию и сдохну. Не хочу.
Не, я просто открываю, смотрю, у тебя кастерская дробь. 5 секунд дробь, МХ. Потом кастерский посох, да-да-да. Контроль. Зато хосты сколько, я циклон, ты инстант накид. Феникса за нас, вы видите? Дарит. За вас куда? В зал туда или сюда? Да, в зал. Вот здесь где-то. Слушай его. Контроль. Не убейте дупло, блядь. У меня откатился этот крик. Блять, у него пушка. Да? Я стрелы я проеду. Не трогайте, не трогайте, не трогайте вообще. Пусть там в эфире стоит. Ты рискуешь. Получил леща под конец эфира? Втроем стояли, блядь, скоты. Так я тебе еще лапой по лицу дал. Я видел. Я как раз смотрел недавно, да, леща. А этих заливаете или нет? Нет, нет. Бери себе два, я два, и босс умрет. Что-то пол хп уже сняли. Так они умрут. Да ну, умрут, перенадеться заберешь опять. Пацаны просто ДПС не теряют. Стаки точнее. Да. Он всегда был такой большой? Да. Он подрастает. С мужиками такое бывает, Лёва. Нормально. Трипл килл. Про мага было угадано. Ага. Интересно, кто кого уебал? Кто, думаю, впрочем, всем троим ебану по сотке, ребят, страшно. За что? Что? Наверное, за ранжу. А хули он меня вверх подкинул? Потому что ты начал спускаться раньше, чем другие. Я от клавы руки от клавы убрал. Ты ж белка. Ну у меня под самый конец карты не вниз, а прокинуло вверх почему-то. Ты начал спускаться слишком низко и тебя подкинуло вверх. Не-не-не, Паша, я спустился, стоял весь вину, весь этот каст. Я этот плаву даже не трогал. Блять, я улетел. Нормально я тут стою. Кому пошел в этот? Не видел уже. Ты думал, я шучу, когда я говорю, что я буду накидывать, если вы будете дохнуть? Блять. Лужу запрыгнул там. Попробуй на Фениксе агро добавить. Да, наберу. Я тебя подниму сейчас, как только... Или он заевается. Оф, меня кайф. Ну, норм. Феникс, блядь. Ну его не бей, блядь. Да не трогал его нахуй, нужен, блядь. Пиздёж убить, не ради блядь.
либо в потом дали. Курти, поставьте штраф. Лучшим всего дает одного человека. Человек он себя берет в таргет перед этим и долго кастует лучше.